помер! Вот она, наковальня пустоты. Какая сила от нее исходит. Ну вот, ты нашла наковальню. Теперь ты счастлива. Теперь пошли в Арзамар, поделимся добрыми вестями. Посмотрите на нее. Она этого стоила, всего этого. Наковальня полностью оправдала мои ожидания. Я мог догадаться. Мне казалось, что когда у тебя будет наковальня, ты будешь довольна. Пожалуй, я могу уже начать ею пользоваться. Награда за победу над Каридином. Вам нужна была корона? Или вам уже нет дела до жалких арзамарских королей? Тогда отойдите в сторонку. И я ее для вас выкую после всех моих мучений. Кусок горячего металла для украшения пустых голов. Теперь уходите. Мне еще понадобится время, чтобы дойти до всех секретов. Когда Арзамар наконец определится со своим вшивым королем, пусть он пошлет за мной. Когда вы в следующий раз поведете армии в бой с архидемоном, их будет прикрывать стена железных воинов. Надеюсь, теперь ты счастлива, Бранко. Вряд ли ты поймешь, чего нам стоило до тебя добраться. Заткни уже варежку, Огрин, и убирайся. Найди себе каких-нибудь шлюх, чертов камень. Вот уж не думала, что ты такой приставучий. А теперь уходите.
Именно. Длинный список гномов. Подожди. Чтим тех, кто принес эту жертву, да будут потомки помнить их имена. Пропукай мне колыбельную. Это же памятная доска. В честь тех гномов, что стали големами. Если бы можно было это как-то отволочь хранителям в Арзамар, они б в штаны наложили от радости и отвалили бы кучу золота. Похоже, вы оба получили то, что хотели. Надеюсь, оно того стоило. Теперь нам надо вернуться в город, рассказать обо всем. Да что там? Даширы уже столько лет пытаются развалить Арзамар, и до сих пор им это не удалось. Ассамблеи, призываю вас к порядку. Этот спор ведет нас в никуда. Тогда к чему тянуть время? Я требую проголосовать немедленно. У моего отца остался только один сын, наследник трона Идуканов. Кто посмеет оспорить это? Твой отец на смертном ложе заставил меня поклясться, что ты не унаследуешь от него корону. Старшина, прошу прощения, что помешал, но тут вернулся Серый Страж. Пускай говорит страж, какие вести ты нам несешь? Thank you.
Ранка жива, только чокнутая, точно наг в дубине. Она наконец нашла наковальню пустоты и решила остаться в глубинах, чтобы работать на ней. Она поручила этому серому стражу отдать ее корону новому королю Арзамара, избранному предками, чтобы он впервые в этом тысячелетии повел армию големов против Мора. И мы должны поверить этому? Поверить словам записного пьянчушки и серого стража, купленного Хараумонтом? Тихо! Тогда скажи нам, серый страж, кого выбрала в короли Бранка? Серый страж ничего не знает о нас. Как могла совершенная доверить ему такое серьезное решение? Это нелепо! Слишком долго мы вели в этих стенах бесплодные споры. Такова воля совершенной. Выбор сделан. Страж, я высоко ценю твою честность. Во всем этом мучительном деле ты действовал с неизменным благородством. Зовут тебя хроники достойным, король Арзамара. Я этого не потерплю. Предки сказали свое слово. И вы позволите наземнику решать судьбу гномов? Берегитесь, у них оружие. Стража! Враги приближаются. Признаться, я даже не думал, что Белин способен ослушаться воли совершенной. Впрочем, его примеру последуют немногие. Однако же, почти весь Арзамар сегодня видел, каков он на самом деле. И я уверен, что мы сумеем обуздать этот мятеж. Я предпочту показать, что я справедливый и милосердный король. Сильный король слишком часто означает тиран. Однако же я не оставлю этот мятеж безнаказанным. Я благодарен тебе за свою корону, но куда больше за то, что помог Бранке вернуть в Арзамар наше величайшее сокровище. Теперь, когда наковальня в наших руках, мне не нужно будет платить за победу над этим мором жизнями гномов. Я отправлю Бранке все, что ей необходимо для создания армии големов. Когда ты, страж, выйдешь на бой с архидемоном, за тобой пойдут не только живые воины, но и каменные великаны. А теперь, с твоего разрешения, я отправлюсь во дворец и начну приводить в исполнение наши планы. Вот посох, который я носил, будучи первым помощником короля Эндрина. Возьми его как память о благодарном Арзамаре. Желаю тебе, серый страж, удачи в войне с Мором. Да будут нам суждены еще 400 лет мира. Твою роль в этих выборах еще долго будут помнить, страж.
трон возрожден, и легенды окончательно стали достоянием прошлого. Кабы я услышал этот рассказ из третьих рук, я бы счел, что это... Остальное тоже впечатляет, но Легион больше всего благодарен тебе за то, что у нас опять появился вождь. Нет, наше место здесь. Когда ты переломишь хребет Мору, а уж с этим делом ты справишься, мы позаботимся о том, чтобы нечисти было некуда отступать. Мы будем в твоем распоряжении, хоть и не напрямую. Большего не мог бы добиться ни один наземник. Наилучший... Я уже начала беспокоиться. Уж и не знаю. Ты... Это... Мне надо с... Впечатляющая работа, Страж. Близкая коронация короля Харроумонта уже вошла в хроники. Однако, прошу прощения, ты же не знаешь меня так хорошо, как я уже успел узнать тебя. Я Зибор, летописец хроник. Я еще чем-то могу тебе помочь? Что это? Список имен? Большинство этих кланов уже давным-давно не существует. Список подлинный? Да, клянусь твоим волосатым задом. Списан прямо с таблички в крепости Каридина. Значит, это правда? Слухи о так называемых добровольцах Каридина. Невероятно! Я хотел бы сделать копию с этого списка. У хранителей всегда было в обрез сведений о Каридине и его големах, не говоря уже о таком великолепном свидетельстве. Страж, я надеюсь, этот артефакт из наших архивов будет тебе достойной наградой за труды. Я должен немедленно рассказать обо всем хранителям! Часа. Да здравствует король Пиро Харума! Добро пожаловать в лавку изящ... Ух ты, что я сейчас говорил? Вер. Thank you.
Я спрашиваю только. Смотри. Не ожидала, что удалось узнать что-нибудь о Руке. Что случилось? Он мертв? Умоляю, не мучайте меня. Лишился рассудка? О, спасите его, предки! Такое бывало. Это случилось и с моим мальчиком. Почему вы не привели его домой? Нет, нужно что-то придумать. Я должна пойти к нему. Я ему возьми. Что вы только в нем видите? В ком? Я не ошибаюсь. Я про страх. Что, ревнуешь? Ревную его. Разумеется. Он красавчик. Женщины к нему так и липнут. Тебе, верно, такое нелегко снести. Впрочем, я тебя в этом не виню. Тем более, что твои шансы встретить женщину, не слепую и не полоумную, которая обратит на тебя внимание, мягко говоря, ничтожные. А ну заткнись, тебе меня не допечь. На твоем месте я бы просто навсегда простилась с надеждой найти себе другую женщину. Или ты уже и так это сделал?
В таком случае это здравое решение. Забудь, что я говорил. Поверь мне, гном, уже забыла. Я не ел 6 дней. Не дадите старику. Погоди минутку. Да все так. Дай же мне хоть минутку, мать твою. Клянусь камнем, мне кажется, что это небо и весь мир вот-вот рухнут мне на голову. Здорово. Ты настоящий серый страж. Как ты это терпишь? Ты слышал об охотниках из Осуина? Регент приказал их повесить. Она очень красивая девушка. Я понимаю, почему она тебе так нравится. Ты меня извини за все, что я наговорила. У меня не было никакого права высказывать такое. Ты мне очень дорог, и я хочу, чтобы ты был счастлив. И с кем бы ты ни был, я тебя никогда не покину. Если я могу что-то для тебя... Уверен. Спасибо тебе. О, спасибо тебе. Да, вполне пойдет. 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 Если я могу что-то для тебя сделать, прошу, скажи. Уверен. Пойдет. Да, вполне пойдет. Да, вполне пойдет. Да, вполне пойдет.
Благодарю тебя. 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 Ты и твои друзья грозные ребята. Уверен тебе. Я должна это взять, да? Хорошо. Я должна это взять, да? Хорошо. Я должна это взять, да? Хорошо. Как любезно! 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 Что это у тебя? Похоже, зеркало? Когда-то у меня была почти такая же вещь. Но ты об этом не можешь знать. Из деревни я зеркало похожее украла. Но Флемит была разгневана моей неосторожностью. Она его разбила, к моему великому унынию. Глазам не верю. То, что ты нашла, совсем от старого неотличимо. Не знаю даже, что тебе сказать. Взамен дать что-то надо. Мне никогда еще не доводилось подарков получать. Без указания, чем расплатиться, я за них должна. Ты ведь плату спросишь, верно? Да? Что ж, не жалко. А серьезно, благодарна я. Ах, вот ты где. Хотел поговорить. Мы с тобой... Ну, ты знаешь, иногда гномы проводят вместе много времени. И все так... Я тут подумал. Ты же знаешь народ на поверхности. Вообще-то меня одна девушка интересует. Я ее знал в Арзамаре до того, как ушел на поверхность. Но было бы приятно поговорить со знакомым гномом, который здесь не первый день живет. С кем-то из Арзамара. Ее зовут Фельзи. Мы подружились после того, как Бранка ушла на глубинные тропы. Уверен, теперь ты меня простила. Может, навестить ее, посмотреть, как она живет. Если верить последнему, что я о ней слышал, она уехала к матери на поверхность.
Они живут рядом с каким-то озером. Клинбат, что ли? Дерьмо, не вспомнишь теперь. Нет, думаю, это был Клинбат. Я запомнил, потому что подумал, что клин клином вышибают. Но спасибо за предложение. Ты настоящий. Так, что ж ты хотел сказать? Ты хочешь быть берсерком? Ха! Я уж думал, что не доживу до этого дня. Хорошо, научу. Будь наготове. Чтобы стать берсерком, тебе надо познать свою внутреннюю я. Там вообще куча всякой философии на эту тему. Но смысл такой. Знаешь, я... А когда... Ты быстро учишься, страж. Должно быть порядком из-за чего-то на душе накип... А что... Тут же, наоборот, надо отпустить себя. Для кого-то достаточно самой ситуации боя. А почему берсерки этот гнев берут? Да пришлось его по камням повалять, прежде... Ага. Сейчас мы в лагере. Момент довольно подходящий. Возможно, мне стоит обратиться к моей натуре переменчивой и напророчить тебе ответ. Давай же, Алистера заставишь ты краснеть. Сейчас мы в лагере. Момент довольно подходящий. Возможно, мне стоит обратиться к моей натуре переменчивой и напророчить тебе ответ. Вот так? Меня и не спросили? Как же ты будешь вытягивать мои секреты? Такой желторотый, как... Это... неожиданно. Пожалуйста. Я... Аришек спросил, что такое мор. Нужно. Никогда. Я не могу вернуться домой. Теперь это не важно. Может, двинемся дальше? Нас ждут порождения тьмы. Как скажешь.
вижу, оно нашло кристаллы увеличения. Ну, как оно считает? Я ведь не выгляжу в них толще, правда? Должно быть потому, что оно разместило их вертикально. Думаю, в свое время я много наблюдала за людьми. И хочу, оно наверняка происходит из какого-то высшего рода. От существа из смертной плоти, которое решило избавить свое потомство от недостатков, присущих его расе. Вот, я была бы признательна, если бы оно сохранилось.